оружие на изготовку и в бой. Первый раз телерадиожурналистам липецких СМИ удалось посоревноваться не в скорости слова и мысли, а в скорости реакции, меткости и выносливости. 30 человек приняли участие в турнире по лазертагу «Медиа Кап» от клуба «Дивизион». От нашей телекомпании было две команды – «Новости» и «Будильник». Стоит сказать, что физическая подготовка журналистов приятно порадовала организаторов. Все оказались спортивными, веселыми, все активные. То есть я думаю, что, наверное, во-первых, это профессионализм, может быть, какой-то, потому что все-таки, я думаю, все люди, которые творческие, они все по себе активные, все как-то стараются так активно проводить выходные. Борьба очень даже напряженная, почти все вот раунды, которые мы сейчас отыграли, они шли впритык, все команды, и действительно, даже, наверное, лучше играют, чем обычные игроки. В турнире на выбывание каждая из пяти команд стремилась отработать свою тактику борьбы. Командный дух рос, а эмоции накалялись. Игровая площадка в районе стадиона «Металлург» превратилась в поле зрелищной битвы. Лазерной перестрелки у команд, защищающих честь телекомпании «Липецкое время», две призовые медали. Первое место отвоевали «Новости», третье место у команды «Будильника» – важные салфетки. Второе место у «Липецкой радиогруппы». Будем надеяться, что такие турниры станут традицией. А стрелять друг в друга мы будем только лазерными бластерами.